состав Вест Хэма вашему вниманию. Игра вторым номером. Вот конек этой команды. Они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее в разрушение, чем в созидание. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы знаем, что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно, конечно, не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня применит эта команда. И вашему вниманию стартовый состав Севильи. Ясин Буну занял сегодня место в воротах. Став Вест Хэма вашему вниманию. Игра вторым номером. Вот конек этой команды. Они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее в разрушение, чем в созидание. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы знаем, что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно, конечно, не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня применит эта команда. И вашему вниманию стартовый состав Севильи. Ясин Буну занял сегодня место в воротах. Став Вест Хэма вашему вниманию. Игра вторым номером. Вот конек этой команды. Они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее в разрушение, чем в созидание. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы знаем, что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно, конечно, не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня применит эта команда. И вашему вниманию стартовый состав Севильи. Ясин Буну занял сегодня место в воротах. Нам мешает. Работать для вас сегодня будет, как вы могли догадаться, неизменный состав комментаторов в лице Георгия Черданцева и Константина Генича. Очень надеюсь, что вы не отключили звук. Вест Хэм против Севильи. Нельзя недооценивать товарищеские матчи. Это лучший и главный способ проверить состав и дать команде сыграться. Без них ни одна подготовка не проходит. Не просто давать какие-то прогнозы, но все-таки, что думаешь о нашем герое? Ну, его точно нельзя одного перед воротами оставлять. Он очень здорово играет головой. И момент может выбрать и пробить как следует. Константин, ну, Испания, Севилья. Тебе слово. Давай, Георгий. Сперва скажем, что команда образовалась в 1905 году. А через 100 лет добилась звания лучшей команды мира 2006 и 2007 годов по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Стартовый состав. Ракитич с первых минут играет с Хуаном Морено в центре полузащиты. И с одним нападающим решил начать матч главный тренер. Впереди играет Антони Марсиаль. Игра началась, смотрим. Очень неудачный подкат получился и может за такое дать желтую судья. Не раздумывая, достает арбитр желтую карточку и начало матча перестает быть томным. Да, вот такое вот у нас начало, и теперь обе команды осознают, что сегодняшний футбол должен быть предельно аккуратным. Ну и, наверное, не только сегодняшний. Очень важный момент сейчас. Это реальная возможность выйти вперед. Здорово играет голкипер. Забрал намертво этот мяч.